Всем привет, друзья! С этого ролика начинается новогодняя серия видео на моем канале, и сегодня я покажу вам, как сделать свою собственную идеальную снежинку для новогоднего декора. Нам понадобится лист бумаги, тонкий целлофановый пакет, блестки вашего любимого цвета, термопистолет и термоклей, маркер или фломастер, любой жидкий клей или обыкновенный лак для ногтей и мандарин для новогоднего настроения. Перво-наперво чистим мандарин. Нет. На самом деле рисуем шаблон нашей будущей снежинки на листе бумаги. Затем накрываем наш шаблон сверху целлофаном и начинаем рисовать снежинку по шаблону раскаленным клеем. Даем клею хорошенько остыть и после этого отрезаем от снежинки лишний целлофан. Промежуточная версия должна выглядеть примерно вот так. Теперь берем свечу и слегка оплавляем целлофан в труднодоступных местах. А все, что не оплавилось, просто обрезаем ножницами. Далее, вы можете использовать абсолютно любой жидкий клей или обыкновенный лак для ногтей, как это сделала я. Каждый луч нашей снежинки мы будем декорировать отдельно. Сначала хорошенько промазываем лаком или клеем один луч, засыпаем блестками и затем беремся за второй. Когда первый слой блесток высохнет, точно таким же способом будем наносить второй. А еще не забудьте задекорировать снежинку сзади. И чтобы блестки не осыпались с готовой снежинки, обязательно покройте ее сверху финишным слоем лака. Если вы используете лак для ногтей, то лучше возьмите какой-нибудь ненужный, потому что в бутылочку неизбежно попадают блестки. Осталось прицепить к снежинке ленту, повосхищаться тем, какая она красивая, и повесить на свое законное место. Если хотите еще больше новогодних видео, то ставьте лайк и пишите в комментариях, на какую конкретно тему вы хотели бы увидеть мастер-класс. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что впереди у нас очень много интересных уроков и идей. Совсем скоро новые видео, и совсем скоро мы с вами увидимся. Пока-пока!